Всем привет, 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 миллион, миллиард, привет, с вами снова Ариадна, и мы сегодня смотрим «Все грехи и ляпы» мультфильма «Кунг-фу панда». Мультик прикольный, мультик мне нравится, его можно даже пересмотреть будет. По крайней мере, первая часть мне нравится, вторая у нас была, да, вторая, мне тоже нравится, третья какой-то среднячок на самом деле. Я не знаю, после третьей были какие-то части? По-моему, нет. А если были, то я их пропустила. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать, подписываться на другие мои соцсети. Все ссылки в описании. Также не забываем про мой Бусти. Возьми себе попить, покушать и всем приятного просмотра. Это мы знаем, да? Развлекаемся. Можно погромче. Сейчас до луны доебется. На этом кадре леска вроде как обветвлена вокруг удочки, но судя по теням, это не совсем так. Ну, плохо нарисовали. По свету в поисках достойных противников. День начинается с классики. Палка в левой лапе, теперь в правой. Бля, я этого не замечал. Есть в тарелке, пельменей нет в тарелке. Уже все сожрал. Только мешок с картошкой, хотя в этом кадре кастрюля ближе. Обезьяна, богомол, журавль, гадюка, тигрица. В течение всего фильма у неистовой пятерки будут именно такие имена. Imagine жить в мире animals, and твое имя — это просто твой вид. Всех остальных тигров и обезьян также зовут тиграми и обезьянами? К тому же пропала красная кастрюля. Этот я не задумывался над этим, наверное. Но ну через ладно. Минуту снова на стене. Иду. А этого сюрикена на полу не было. Маджик. О, осторожней, в супе у вас остринка. В лапше, а не супе. Мистер Пинг стоит в тени По, теперь где-то в сторонке на свету. Место тоже здесь. Нет, твое у столиков 2, 5, 7 и 12. Теперь он достает лапшу, видимо, из-под асфальта. Да. Если не хватает свирепости, обезьяне скорости, журавлю высоты. В смысле высоты? Вы дрались все на одном уровне. Бля, просто он решил до них доебаться. Скорости, журавлю высоты, гадюки изворотливости, богомолу. Мне просто тяжело поверить, что абсолютно вся лапша, что они подают, без каких-либо специй, овощей, мяса. Ну и вообще, так далее. Да. Это еще учитывая то, что на кухне они постоянно режут то те овощи, то те. Куда они исчезают? Или они под лапшой внизу? А зачем, в принципе, закрывать ворота? В этом есть какой-то конкретный смысл? Не знаю. Может, чтобы никто не уходил оттуда. Не будет. Время начинать турнир! Мира, сейчас мастер Угвей изберет... Прошло бог знает сколько времени, но расположение теней остались прежними, словно не прошло... А может, недолго прошло. Ёп, как он не убился? По падает весь в саже и ожогах, просыпается уже чистый. Кстати, да. Видимо, удар об землю все выбил. В линии было разбросано много конфетти. Сейчас же на земле ничего нет. А может, они убрали? Что? 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 Так ворота можно было открыть? Побег из тюрьмы чергом невозможен. Так и не пойму, почему их факелы горят кроваво-красным цветом. Они там литий сжигают, что ли? Атмосферы. На самом деле, обожаю Тайлунга, мне кажется, это очень крутой персонаж. Вот мне очень нравится, когда создают крутых злодеев, там, харизматичных и все такое, со своим, своей философией, со своими смыслами и так далее. Но мне так бесит, когда их сливают, блять! Странно, что хвост не привязали, учитывая то, что многие персонажи своими хвостами... Да, могли бы привязать хвост, тогда он бы не сбежал. Imagine посадить в тюрьму злого Гай, and не привязать его хвост. А как 5000 воинов? Мне нравится этот рунглиш. Урна упала куда-то справа от По, но осколки лежат аж слева. А затем да. Они постоянно меняются... Может, разные ребята занимались рисовкой разных кадров? Нулевой уровень. О-о-о-о, нет, нулевого уровня не бывает. Бывает. Или к вам уже приходят готовые войны с отработанной основой? Ну, только да, если так нулевой считать. Хотя это может быть первый. Пол был сломан. Спустя пару минут уже нет.
Так это оно? По разбросал кучу персиков, но теперь их только пара штук. Они укатились. Бля, ну охуенный же персонаж. Учитывая закон сохранения импульса, Тай Лунг должен был как минимум сам отталкиваться от направления стрел. Но все выглядит так, словно Тай Лунг весит 200 тонн. Это секретные тайны кунг-фу. Да и вообще все мышцы Тай Лунга должны были атрофироваться, а мышцы рук тем более растянуться. Но все ну, вообще, да. Не мешает ему скакать, словно он маслину словил. При всем этом он бросил в воздух 4 стрелы. Он просто крутой стрелы, парень, понимаете? Ну, только 3, но летят те же 4 стрелы. Лучники! Что-то бля, вот кадр это шикарный. Количество стрел совсем не похоже на это количество стрел. Ну, может, они и всех показали. Официально, Тай Лунг умеет летать. Вот думал немножко размяться. Ты застрял. Ну, скорее, да, я застрял. В смысле, как в принципе можно так застрять, если можно просто лечь вперед или упасть я на спину? Я тоже не понимаю. Я и не пробовал. Чтобы добиться такой растяжки. Шифу метает две брусчатки, остальные лежат на земле, но в этой сцене оставшиеся на земле брусчатки... Ну, забыли нарисовать, ну, с кем не бывает. Взгляни на схему, еще разок. Схема? По-моему, это самая бесполезная схема в принципе. Очень странная. Imagine поставить свечки, а они будут освещать лишь маленький круг, and ничего более. Ни отражений, так нигде, ему, наверное, ничего. Не надо? У редиски длинный кончик не обрезан, но при полете уже обрезан. У тигрицы в полете. Не было столовых приборов под рукой, теперь есть. Ой. А так подумал, у себя в голове. Из этой одной ложки хватило бульона заполнить 4 большие миски? Зачем? Ну, может, они немного наливают. Бульон, если спустя 10 секунд уже наливаешь его в миски. Редиска варится за 10 секунд? Чашка была перед миской. Я, кстати, хотел сколько она варится, но явно не 10 лети секунд. Лети назад и скажи всем, что настоящий воин дракона идет домой. Хорошие новости мне сейчас не помешают. Тай Лунг добирался до долины в разы дольше, чем летающий гусь. Ну, типа, он летает, поэтому быстрее, ему не надо никаких обходов искать. Может, такая была логика. Такая большая. Ну, вот, ладно, классика. Солнце не такое большое. Ты сейчас в 3 метрах над землей. Нет, тут максимум 2 метра. Очень жаль, но столько еды, в принципе, не поместится в шифу. Может поместится. Что-то с сохранением импульса тут явно не так. От чего Тай Лунг отталкивался-то? От воздуха. Если отражающая поверхность изогнута, как этот свиток, то изображение будет сильно искажено, а пол ну да. Здесь весь ровный. Да и вообще это не зеркало. Смотрит. Поэтому у него бы в любом случае изображение было бы немного другим. Во вселенной кунг-фу панды шерсть не имеет совести гореть, даже если ее подожгут. Это особая шерсть. Страшная буря сменилась ярчайшим закатом за минуту. Ну, не за минуту. Хотя хуй знает. Две бамбуковые палки. В этих кадрах их 4. А я думала, это было показано, что, типа, он очень быстро их передвигает. Ну, ладно. Вот же, не люблю такие сливы персонажей. Чтобы перенаправить весь этот импульс, понадобится столько же сил, а не просто много жира. За все это время жители долины ушли на пару кварталов. Это еще учитывая то, что в начале битвы они уже были очень далеко. Все медленные. Тай Лунг сломал этот дом, но после битвы да. Этот же дом весь целый. Интересно, еба работники, понимаете? То, как огромный плащ превращается в маленький фартук. Да и зачем он его вообще надел после захвата Уси? Может, оно просто отлетело к нему? На этом месте в пол был воткнут огромный меч, хотя теперь его нет. Magic. Собственно, такая получилась реакция. Надеюсь, она вам понравилась. Мультик прикольный. Везде есть свои грешки в создании, но согласитесь, но он же классный, блядь. И прям каких-то супер больших минусов в нем нет. Вот не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать, писать свое мнение в комментариях, да. И, собственно, всем пока.